домой, один хронологический период. И поэтому, вот, допустим, орудия в этот период, они больше на кварцитовых породах, на диабазе, ну, что-то вот такое, более грубое, крупнозернистое. И позднее все больше переход на мелкозернистые такие породы, более жесткие, на вот кремнистую породу. Вот, допустим, кремешок, да? Он даже вот немножко прозрачный. Это самый ценный кремешок. И чем ближе к нам, тем технология обработки кремния, кремнистой породы, как таковой, она достигает совершенства. Ну, в позднем палеолите она начинается, то есть там, где человек видит кремешок, он просто теряет всякую волю, начинает вот на ней всякое изощряться. А в неолите вообще технология изготовления орудий из кремешков достигает своего совершенства. Такие там наконечники порой делают. Ну и, конечно, высший пилотаж – это обсидиан, вулканическое стекло. У нас, правда, оно не так развито, вот в северном.